Добро пожаловать на канал HardReset Info. Это устройство Motorola Moto E5. Сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на этом устройстве. Иногда бывает так, что телефон уже разряжается, а полдня еще не прошло. Забыли зарядить, ну, либо в каком-то другом сценарии. Но в таком случае вы можете просто зайти в приложение «Настройки». Вот здесь вы окажетесь, выбрать пункт «Батарея» и нажать «Энергосбережение». Все, режим энергосбережения включен. В таком режиме аккумулятор продержится на 25% примерно 3 дня. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!